Взыскание алиментов – одна из приоритетных задач, которая стоит перед службой судебных приставов. Благодаря кропотливой работе по поиску должников и их имущества, брянские судебные приставы в 2018 году добились высоких показателей. Такая категория исполнительных производств о взыскании алиментов на территории Брянской области составляет 10 817 исполнительных производств. За 2018 год судебными приставами Брянской области взыскано 36 миллионов рублей. В своей работе приставы используют целый комплекс мер от взыскания денежных средств с банковских счетов должников до ареста имущества и такого нововведения, как временное ограничение на право выезда за пределы страны. Но даже такие меры не останавливают злостных неплательщиков, которых на сегодняшний день в регионе 439. Те же должники, которые не приняли попыток, они привлечены к административной ответственности по статье 5.35 прим. 1. И поскольку не приняли меры к дальнейшему трудоустройству и оплате алиментов, такие должники у нас привлекаются уже к уголовной ответственности по статье 157. Порядка 248 уголовных дел возбуждено за 2018 год. Управление Федеральной службы судебных приставов по Брянской области призывает тех граждан, кто не спешит выполнять свои обязательства. Бывших детей не бывает. Помните об этом. Заплатите алименты. Дмитрий Кузнецов. События. Брянск.